Thank you. I'd like to sing a song, Vibha Bhari Sesha, morning song. Я бы хотел спеть утреннюю молитву Vibha Bhari Sesha. Я шел, как ты, туда, 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 туда,
Чарджу на йод вайо,
Удаша Ива Дурдхарша, Удаша Ива Дурдхарша, Самудра Ива Дустарха, Самудра Ива Дустарха. Царица Кунти-Деви могла призывать любого из полубогов, и однажды она призвала Индру. От него и родился Арджуна. Арджуна таким образом является полной частью небесного царя Индры. Он родился в месяце Фалгуна, февраль-март, поэтому его еще называют Фалгуни. Когда он родился как сын Кунти, его будущее величие было предсказано в небесных знамениях. И все влиятельные личности со всех концов Вселенной, полубоги, гандхарвы, Адити, Солнца, Рудры, Васу, Наги, разные выдающиеся риши, мудрецы и абсары, небесные куртизаны, присутствовали на церемонии по случаю рождения. Абсары радовали всех своими небесными танцами и песнями. Отец Господа Кришна и дядя Арджуна по матери, Васудева, прислал своего представителя, жреца Кашьяму, чтобы тот очистил Арджуну, проведя все предписанные самскары очистительные обряды. Самскару наречение именем провели в присутствии Риши, жителя Шадашвинги. У него было 4 жены, Драупади, Симхадра, Читрангада и Лупи, которые родили ему, соответственно, 4 сыновей, Шукакирти, Абхимани, Пахушавана и Равана. В годы учения его вместе с другими пандавами и кауравами верили заботам великого учителя-начальника. Но своим прилежанием он превосходил всех, и его любовь к дисциплине особенно нравилась Драначарье. Драначарье считал его своим лучшим учеником и с радостью осыпал всеми благословениями, чтобы тот мог в совершенстве постичь свою анатомию. Он был таким усердным учеником, что практиковался в стрельбе из лука даже ночью, поэтому Драначарья решил сделать его величайшим лучником в мире. Он блестяще выдержал экзамен по стрельбе в цели, и Драначарья остался им очень доволен. Царские роды в Манипуре и Трипуре
потомки сына Арджуны Бабхру-Ваханы. Арджуна спас Драначарью крокодила, и Ачарья довольный им наградил его оружием Брахмашрас. Махараджа Друпада враждебно относился к Драначарье, когда он напал на Ачарью, Арджуна захватил его в плен и прибыл к Драначарье. Он осадил город Ахичхапру, принадлежавший Махараджа Друпаде, и, захватив его, подал Драначарью. Ачарья раскрыл Арджуне секретный способ управления оружием Брахмашрас и взял с него обещание, что Арджуна, если понадобится, применит его, когда сам Драначарья станет его врагом. Тем самым Ачарья предсказал битву на Курукшетре, в которой он участвовал на противной стороне. Хотя Арджуна, сражаясь за своего учителя, нанес поражение Махараджа Друпаде, тот решил выдать дочь Драупади за своего юного противника. Поэтому он был очень огорчен ложным слухом о том, что Арджуна погиб при пожаре в доме Шелока, построенном Дурьонами. Тогда он организовал для Драупади церемонию выбора жениха, который должен был попасть стрелой в глаз рыбы, подвешенной к потолку. Эта хитрость была задумана умышленно, потому что только Арджуна мог выполнить это условие. И царю удалось осуществить свое желание выдать за него столь же достойную дочь. По соглашению с Дурьотаной, братья Арджуны в то время жили инкогнито, и они присутствовали при выборе Драупади, переодетые браманами. Когда же все собравшиеся цари кшатрии увидели, что Драупади, увенчивая гирляндой бедного брамана, признавая в нем своего господина, Шри Кришна открыл правду Баларами. В Харидваре, Хатваре, Арджуна встретил Улупи, это девушка с Нагалоки, привлекла его, и от их союза родился Ираван. В другой раз он повстречался с дочерью царя Манипура Чинагандой, и у них родился Бабхру-Ваха. Господь Шри Кришна придумал, как помочь Арджуне похитить Субхадру, сестру Шри Кришны. Баладева намеревался выдать ее за Дурьодана. Юдхиштхира согласился с Шри Кришной, и Арджуна силой захватил Субхадру и женился на ней. Сыном Субхадры был Абхиманию, отец Махараджа Парикшита, появившийся на свет уже после смерти отца. Арджуна удовлетворил бога огня, устроив пожар в лесу Кандавана, за что тот подарил ему оружие. Когда загорелся лес Кандава, Индра разгневался на Арджуну вместе с остальными полубогами, приняв этот дерзкий вызов, вступил с ним в бой. Арджуна победил их, и Индрадева вернулся в свое небесное царство. Арджуна обещал также свое покровительство некому Майасури, и тот подарил ему драгоценную раковину, известную как Девадатта. Индрадева, довольный его храбростью, тоже подарил ему много другого могущественного оружия. Когда Махараджа Юдхиштхира уже потерял надежду победить царя Магадхи Джарасандху, только Арджуна смог заверить царя в успехе и вместе с Бхимой и Шри Кришной отправился в Магадху, чтобы убить Джарасандху. Впоследствии, как это было принято делать после коронации нового императора, он отправился подчинять власти пандавов других царей мира и покорил страну Вилинду, победив царя Магадху. Затем он прошел через страны Антагири, Лукапура и Модапура и покорил одного с другим всех правителей. Однажды он наложил на себя суровые епитимии, и Индрадева вознаградил его за это. Господь Шива тоже хотел испытать силу Арджуны, приняв облик дикаря, встретился с ним. Между ними завязалась битва, и Господь Шива, удовлетворенный им, открыл ему свой истинный облик. Арджуна вознес повелителю смиренные молитвы, и тот довольный им подарил ему оружие Пашупата. Различные полубоги дали ему много друг
другого могущественного оружия. И Махарадж дал ему дандастру, варуна пашастру, а казначей райского царства Кувера антарадхванстру. Индра хотел, чтобы он посетил райское царство, планету Индралока, которая находится выше Луны. Обитатели этой планеты сердечно встретили его и он удостоился приема в небесном парламенте Индры. Там он встретился с Индрадевой, который не только подарил ему свое оружие, Вачу, но научил его музыке и военному искусству, известному на этой райской планете. В некотором смысле Индра был настоящим отцом Арджуны, поэтому он хотел, чтобы Арджуну развлекла прославленная красавица, знаменитая небесная куртизанка Урваши. Небесные куртизанки всегда исполнены вожделения, и Урваши страстно желала вступить в связь с Арджуной, самым сильным из людей. Она встретилась с ним в его комнате и открыла ему свое желание, но Арджуна продемонстрировал свой безупречный характер. Он закрыл глаза и обратился к ней как к матери династии Урву, отнеся ее к разряду своих матерей Кунти, Мадри и жены Индры Шамчи-деви. Раздосадованная Урваши прокляла Арджуну и удалилась. На райской планете он встретил также великого прославленного аскета Ломашу и молил его защитить Махараджу и Киштиру. Когда враждовавший с ним Дурьодана, его двоюродный брат, оказался в руках гандхарвов, он хотел спасти его и попросил их освободить Дурьодану. Те отказались, когда он вступил с ними в бой и освободил Дурьодану. Когда пандавы жили инкогнито, он представился при дворе царя Вираты и вдруг стал учить музыке Утару, свою будущую невесту. При дворе Вираты он был известен под именем Бриханалы. Как Бриханалы он сражался за Утару, сына царя Вираты, и, оставшись неузнанным, победил Каурава. Его тайное оружие было надежно спрятано под сенью дерева Соми, и он велел Утаре забрать его. Позже он раскрыл ему свое настоящее имя и имена своих братьев. Вначале сообщили о том, что Арджуна участвовал в битве между Кауравами и Виратами. Позже в битве на Курукшетре Арджуна убил многих великих полководцев, среди которых был Карна и другие. После битвы на Курукшетре он наказал Ашватхаму, убившего всех пятерых сыновей Драупады. Затем братья отправились в Кришмадеви. Только благодаря Арджуне великая философия Бхагавад-гиты в форме диалога была вновь повторена на поле битвы Курукшетра. Его удивительные подвиги на поле битвы Курукшетра ясно описаны в Махабхарате. Однако под Манипурой Арджуна потерпел поражение от своего сына Бхагавахана. Он потерял сознание, но Булупи спасла его. Когда Господь Кришна покинул этот мир, Арджуна привез это известие Махараджу Юдхиштхире. А когда он посетил Двараку, все вдовы Господа Кришны излили ему свою скорбь. В присутствии Васудевы он принял их под свое покровительство и утешил их всех. Позже, когда Васудева скончался, в отсутствии Кришны Арджуна провел погребальную церемонию. Когда Арджуна сопровождал вдов Кришны в Индрапрастху, по дороге на него было совершено нападение, и он не смог защитить веренных его заботам женщин. Затем, по совету Ясадевы, братья направились в Махапрастхану. По пути он по просьбе брата отказался от всего своего могущественного оружия, ставшего бесполезным, и бросил Om Madhyana Kumarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakampatarubhyasya Kripasindubhaya Vacha Patitanam Pavamebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Prabhupada, Shri
So we're hearing the predictions of the Brahmanas in relation to the birth of the child born from the womb of Uttara. Итак, в этих стихах мы читаем о предсказаниях брахманов, которые они дают в связи с рождением ребенка, родившегося из чрева Уттара. This child was going to be the ruler. He was going to take the throne and rule the world. Этот ребенок должен был стать повелителем, который станет править всем миром. And he was the only surviving, he was the only person who could be the heir to the throne. All the other sons of the Kuru dynasty had all been killed. И этот ребенок остался единственным полноправным наследником трона, потому что все остальные потомки Пандава были убиты. And Ashwatthama, the son of Drona, had also tried to kill this child before it was born. И Ашватхама, сын Дроны, также попытался убить этого ребенка еще до его рождения. And it was Lord Krishna who personally protected that child while he was within the womb. He protected him from the burning heat of the Brahmastra weapon. И пока этот ребенок еще находился в чреве матери, Господь Кришна лично вошел туда и защитил его от испепеляющего жара Брахмастра. So because the child was born in a royal family and he was destined to be the king, it was crucial that the child had to be worthy of that position. И поскольку ребенок родился в царской семье и должен был занять высокое положение, то очень важно, чтобы он соответствовал по качествам этому положению. So the brahmanas were called and they were asked to predict the qualities of that child based on the birth chart of the child. Поэтому при рождении ребенка пригласили брахманов, чтобы они проанализировали его карту рождения и предсказали, какими качествами он будет обладать. So astrology is a Vedic science, and by the use of the astrology, a lot of things can be told about the nature of a person from the time of their birth and the position of the different stars and planets at that time. Астрология — это великая наука, и на основе карты рождения, в которой показано расположение звезд и планет, можно очень много предсказать о качествах и поведении личности. Шрила Прабхупада even told us, he said, when he was a child, an astrologer had predicted that he would travel across the ocean. Шрила Прабхупада рассказывал, что когда он родился, то астролог, который смотрел на него карту, предсказал, что он пересечет океан. And that he would open many temples. И откроет много храмов. So astrology is a Vedic science. It's a part of the Vedic knowledge, and in 5,000 years ago, it was very, very meaningful as well. Итак, астрология — это часть ведической науки, и в те времена она была весьма актуальна. So someone's going to take the position of the ruler. They have to have the very special qualities that, as Lord Krishna says in the 10th chapter of the Bhagavad Gita, he says, among men I am the monarch. So the monarch is the representative of God on earth. Итак, человек, который собирается занять высокий пост правителя, должен соответствовать ему по качествам. Это Бога, как сам Кришна говорит, кстати, говоря, Бхагавад Гиты, среди правителей я есть монарх. Even today, although the monarchs don't have any power today, but still monarchs are given respect wherever they go. И даже сегодня, хотя монархи не обладают
обладают большой властью, тем не менее они пользуются всеобщим уважением, куда бы они ни отправились. The Queen of England, who died just a couple of years back now, but when she was alive, people really worshipped her. They really gave a lot of respect to her. Например, королева Англии, которая умерла пару лет назад, пользовалась огромным уважением окружающих. And it was said, like when she would come to a place, wherever she would visit, the people would feel it was a very spiritual event. И куда бы она ни отправилась при встрече, люди воспринимали ее приезд как какое-то духовное событие. So how much more 5,000 years ago, when the Vedic culture was very strong, how important it was that the monarch has to be properly qualified. Поэтому мы можем только представить себе, насколько же важно все это было 5000 лет назад, когда была еще сильна ведическая культура, и люди верили в этих монархов как представителей Бога. Even we, today, in, for example, the Gurukula over in Mayapur, they have a traditional Gurukula, and they will do the astrological chart of the boy to find out if he's actually suitable to study in the Gurukula. Например, в Майяпуре есть традиционная школа Гурукула, и прежде чем учеников туда зачислят, составляют их гороскоп для того, чтобы понять, насколько их качество соответствует вот этим вот качествам студента, ученика. We can understand a lot of things just by looking at the astrological chart. What will be the nature, the characteristics? Итак, глядя на астрологическую карту, мы можем очень многое узнать о качествах человека, какими характеристиками он будет обладать. So here in this verse, Maharaj Parikshit is described that he will be a great bowman equal to Arjuna. Итак, в этом стихе дается предсказание о том, что Парикшит будет великим лучником, равным Арджуне. And Prabhupada has explained here in the purport about some of the wonderful characteristics of Arjuna, how he was really the star pupil of Dronacharya. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит несколько примеров того, каким образом Арджуна был самым выдающимся учеником Дроначарьи. Drona had blessed Arjuna that he would be the greatest archer in the world. Drona благословил Арджуну, что тот станет самым выдающимся лучником в мире. But there was an interesting situation arose at one point when Dronacharya was teaching. Ekalavya was also listening, although Drona had initially refused to teach Ekalavya. Ekalavya secretly listened in to the teachings of Drona. Но в связи с этим была одна интересная история. Когда Дроначарья обучал своих учеников, был такой персонаж по имени Экалавья, который тайно подслушивал эти поучения Дроначарьи. Дроначарья не принял его официально в свои ученики, но тем не менее Экалавья учился, подслушивая эти наставления. So Dronacharya was the professor, he was the master of military arts, and he was teaching Arjuna, and he didn't want to teach Ekalavya. И Дрона был профессором, большим экспертом в сфере воинского искусства, который он передавал Арджуне, и он не хотел, чтобы этим искусством овладел Ekalavya. He wouldn't teach Ekalavya because Ekalavya was coming from a very bad background. He was born in a very low-class position in society, and Dronacharya could understand his nature, so he didn't want to teach him that valuable knowledge. И
Дронача отказался обучать Калавию, потому что он знал о его не очень хороших качествах, вызванных тем, что он был рожден в довольно низкой семье. Именно по этой причине он не хотел передавать знания. So it's important that, you know, when you're going to learn something, you want to learn, find the best teacher you can. If you can get the best teacher, then it can help to learn something much easier. Когда вы чему-то хотите научиться, очень важно найти идеального учителя, лучшего из возможных. Это сделает ваш процесс обучения намного легче и эффективнее. In the Upadeshamrita, Rupa Goswami describes that in selecting the spiritual master, it's very important to select somebody, the most qualified person, who can guide you. В нектаре наставлений Рупа Госвами говорит, что при выборе духовного учителя надо выбирать наиболее квалифицированную личность, которая сможет направлять нас по этому пути. And he says, if you take a spiritual master who is Kanista, then you will only advance as far as Kanista. И он говорит, что если вы выберете своим духовным учителем Каништху, то вы не продвинетесь далеко, останетесь сами на этом уровне Каништхи. You want to get the right teacher. You want to get a good teacher who can really help you and make you into the great devotee you want to be. Поэтому, если мы хотим действительно достичь какого-то серьезного успеха на пути духовного прогресса, нам нужно найти, соответственно, великого учителя. But the teacher also wants a qualified student. Но, с другой стороны, учитель также хочет, чтобы его ученики были квалифицированы. If the student is not very qualified, not very serious, it would be very hard to train him to make him into a good devotee. Если ученик не очень квалифицирован, то его достаточно тяжело превратить в хорошего преданного, тяжело обучать его. And sometimes people say, I want a guru like Krishna. But then Krishna also wants a disciple like Arjuna. Иногда люди говорят, я хочу такого же учителя, как Кришна. Но эти люди должны понимать, что у Кришны ученик был уровня Арджуны. So, the teacher should be qualified, student should also be qualified. Итак, учитель должен быть квалифицирован, и ученик должен быть квалифицирован. Anyway, Ekalavya cheated. Secretly, he heard the teachings of Drona. And it turned out that at one point Ekalavya exhibited his archery skill, and Arjuna was upset. He thought, this person is as good as me at firing arrows. И на каком-то этапе, когда Экалавья тайно послушивал наставления Дроначари, возникла ситуация, когда он продемонстрировал свое великое искусство владения луком. Когда Арджуна это увидел, он был просто в шоке. И он сказал Дроначари, как же так, этот человек стреляет не хуже меня. And Arjuna was saying to Drona, you promised me I would be the best student. И Арджуна сказал Дроначари, ты же пообещал мне, что я буду лучшим стрелком из лука. But he's as good as me. Но вот человек, который столь же хорош, как и я. And so it happened that Drona approached Ekalavya, and he requested Ekalavya. He said, "So you've become my student, so you should give me guru dakshin." И тогда Дроначари обратился к Экалавье и сказал: "Ну, раз ты стал моим учеником и научился многому, теперь как ученик ты должен заплатить мне гуру дакшину." So Ekalavya said, "Yes, Guruji, whatever you want, I will give you whatever you ask." И Ekalavya сказал, "Да, Гуруджи, я дам вам все, что вы пожелаете." So Дроначари said, "Then just give me your thumb." И тогда Дроначари сказал, "Хорошо, тогда отдай мне свой большой палец." So Ekalavya said, "Yes, Guruji," and he brought his knife and he cut off his thumb and he gave his thumb to Дроначари. И
Когда мне сказал «да, Куруджи», он ножом отсек себе большой палец и преподнес его своему учителю. So in this way, Drona kept his pledge, his vow to Arjuna that he would be the greatest student, because Ekalavya has no thumb. He's not going to be able to fire the arrows so easily anymore. Таким образом, Дроначарья смог сдержать свое обещание Арджуне, что Арджуна будет лучшим воином, так как теперь, когда Векалавья сам себе отрезал большой палец правой руки, он уже не смог бы так легко стрелять из лука, удерживая этим пальцем стрелу. So Arjuna was a great bowman, and this child who's taking his birth, the son of Uttara, who is the father, is Abhimanyu, who is the son of Arjuna Arjuna's wife. Arjuna had four wives. One is Subhadra, the son of Subhadra. Итак, Арджуна был великим воином, и этот новорожденный ребенок должен был стать таким же великим, как он. Этот ребенок был сыном Абхиманию, а Абхиманию, в свою очередь, был сыном Арджуны и его жены Субхадры. У Арджуны было 4 жены, и в этот момент была Субхадра. So this child was to be the king, and it's very important. He has to have the best qualities. И поскольку этот ребенок должен был стать царем, у него должны были присутствовать все наилучшие качества. Now we saw in our Krishna consciousness movement in Srila Prabhupada's time, when the first householder couple were having a child, Prabhupada was very eager, very excited. He said, "This is very important." He said, "Children taking birth in our Krishna consciousness movement." He said, "We have to take great care of them." Когда у одной из семейных пар, первых учеников Шрилы Прабхупады, родился ребенок, Шрила Прабхупада говорил, что дети, рожденные у преданных, должны получать максимальную заботу и наилучшее воспитание. We understand the children born to devotee couples are not ordinary souls. In their past life, they must have already been somewhat advanced in yoga practice. А мы понимаем, что дети, которые рождаются в семьях преданных, необычные души. Это значит, что в прошлой жизни они уже занимались йогой до определенной степени. In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives a couple of situations. One is somebody who is very advanced in yoga, but still not quite perfect. Then that soul will be born into a family of devotees, and from the very beginning of their birth, they have the opportunity to cultivate spiritual life. В 6 главе Бхагавад Гиты Кришна говорит, что есть два варианта рождения людей, которые в прошлом занимались духовной практикой. И если человек рождается в семье преданных, это значит, что он уже шел к этому пути, и теперь он будет его продолжать. Lord Krishna also speaks about somebody who has practiced yoga just for a short time. They practice yoga for a little while, not perfect. They will have the opportunity to go to higher planets and satisfy all their material desires, and then they come back to this planet and take birth in a wealthy or an aristocratic family, where they can again continue their spiritual practice. И второй вариант рождения, который описывает Кришна в 6 главе Бхагавад-гиты, это ситуация, когда человек недолго занимался духовной практикой и достиг совершенства, и он после смерти отправляется на райские планеты, исполняет там свои материальные желания, а потом возвращается на Землю и рождается богатой или аристократической семье.
So Srila Prabhupada points out also that both he and his own spiritual master, Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada, they were both born in devotee families. И Шрила Прабхупада, давая комментарий по этой теме, говорит, что и он, и его духовный учитель, Ом Вишнупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, родились в семьях преданных. Прабхупад describes when he was a child how much his father cultivated his Krishna consciousness by giving him deities and by arranging for him to do Ratha-yatra festival. Шрила Прабхупада рассказывал о своем детстве, что его отец очень помогал ему в этом вопросе, он подарил ему божества Радхи Кришны, он помогал ему устраивать детскую Радхаяту. And Prabhupada even says at one point there was a suggestion from the family members that they should send Abai to the West and let him get educated to be a lawyer. But his father would not agree. И Прабхупада рассказывал, что на каком-то этапе, значит, в семье обсуждался вопрос, что, может быть, Абхая нужно послать на Запад, чтобы он получил там хорошее образование и стал адвокатом. Но отец Шрилы Прабхупады не согласился на это. His Prabhupada's father said, I don't want my son to become a worldly person. Он сказал, я не хочу, чтобы мой сын стал обычным мирским человеком. And Srila Prabhupada describes how as a child he would, his father had a teacher come to, so he could learn Madanga and of course harmonium, he was also expert in harmonium playing. И также Прабхупада рассказывал, как его отец приглашал к нему учителей, которые обучали его играть на физгармонии, на риданге, и Шрила Прабхупада был большим специалистом в игре на физгармонии. So when children were born in our Krishna consciousness movement, Srila Prabhupada was very concerned. He said this is very important that these children are not ordinary souls because they're taking birth in our Krishna consciousness movement. И поэтому, когда дети появлялись в семьях преданных, Шрила Прабхупада был озабочен этим вопросом, потому что это необычные души, поэтому они должны получать наилучшее образование и воспитание. And Prabhupada very much wanted that the children should be brought up and given every opportunity to become strong in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы детям давали возможность укрепиться, стать сильными, твердыми в сознании Кришны. And that was why Prabhupada had things like Gurukulas established, because he wanted that we would have our own schools so the children could be educated in Krishna consciousness. А вот почему Шрила Прабхупада начал организовывать Гурукулы, где дети могли бы получить образование и воспитание в сознании Кришны. You know, I never had any children myself. I don't know how difficult it is to bring up children in Krishna consciousness. But I did hear from other devotees, and like I was in Malaysia, and one of the devotees there told me, he said, it's the most difficult thing to try to bring your children up to be Krishna conscious. Сам лично я не имею опыта воспитания детей, у меня нет своих детей, но мне рассказывал один преданный в Малайзии, насколько это сложно привить ребенку сознание Кришны, воспитать его в этом духе. You know, it's nice to have the idea to want to have children to be Krishna conscious, but it's very difficult to actually see it happen. Это хорошее желание, побуждение рожать и воспитывать детей в сознании Кришны, но, как выясняется, это не так просто. I was in another city here in Russia just recently, it was Komsomolsk. I was up at Komsomolsk. So I was talking to one devotee there. He's from Amursk, not from Komsomolsk. Недавно я был в Комсомольске. И там у меня был разговор с одним преданным, который сам народом из Амурска.
God was asking him, are your children devotees? He said, no. He said, if I'd known, my children were not going to become devotees. He said, I don't think I would have married. И я спросил его, ну, как твои дети, они преданы? Он сказал, нет, если бы я знал, что так все будет, то я бы, наверное, даже не женился. Difficult to try to arrange these things. But still, the birth is birth, there's an indication you can understand more the nature of the child. Yeah, from the birth. Да, это непростой процесс, но по меньшей мере по точке рождения можно во многом определить природу человека. And of course, performing the samskars is also helpful for the benefit of the child. И также проведение различных самскар является благоприятным для развития ребенка. The Anaprasna Samskar has become quite popular these days. Anaprasna Samskara становится очень популярной, распространенной. Anaprasna is the first grains given when the child is 6 months old. Anaprasna – это церемония, которую проводят, когда ребенок исполняется 6 месяцев, и его кормят первый раз зерном. But the other samskars are also important. Begin with Garbhadhan samskar, that throughout the life there are different samskars, which all help to purify the soul. Другие самскары также являются важными, даже Гарбхадхана самскара, который еще предшествует рождению, и остальные самскары, которые сопровождают человека в течение жизни и помогают ему духовно очищаться. So how much more important it is somebody is going to be the king, you're going to be the ruler of a planet. It's a very big position, a big responsibility. You have to be very qualified. А что уж говорить о личности, которая будет императором всей земли? Этот человек должен быть максимально квалифицирован. So these, all the family, the Pandavas, and they're all anxious to know what is this child going to be like? Is he going to be worthy to become the king? И поэтому пандавы, которые присутствуют на этой всей церемонии, с интересом слушают и пытаются понять, действительно ли этот ребенок будет достойным того, чтобы стать царем. We don't want somebody like Vena becoming king again. Well, in the past there was a king Vena, he was very demoniac. Потому что бывают разные ситуации, например, нам известная история про одного из царей по имени Вена, он был демоничным царем. And the brahmanas had to curse him to die because he was so demonic. He stopped all the sacrifices. И брахманы вынуждены были проклясть его, убить его при помощи проклятия, потому что он прекратил, запретил все ритуалы жертвоприношения. And the brahmanas were so powerful that simply by their words they could kill this king. И брахманы в те времена были столь могущественны, что одними своими словами они могли убить царя. And although the king was a demon, the brahmanas were very thoughtful. They thought we should preserve his body. Но несмотря на то, что этот царь был демоном, брахманы поступили очень благоразумно. Они сказали, нужно сохранить его тело. They wanted to preserve his body because he was born in the line coming from Dhruva Maharaj. Они сохранили его тело, потому что он родился в династии Dhruva Maharaja. And they knew Dhruva Maharaj to be a great devotee of the Lord. So they thought there must be some good qualities in that this king. Although he was a demon and we had to kill him, there must be some good things in him. И поскольку Dhruva Maharaj был великим преданным Господом, брахманы подумали, что хотя Вена демон, в нем также должно быть и что-то хорошее, поскольку он родился в этой династии Dhruva. So they preserved his body, and then later on they churned his body, and from his
legs, they took out this, the demon part of the body. И позже они провели свою церемонию, можно сказать, пахтание или такой переработки этого тела, и из его ног вышел демон. They took out the demon part, then they turned the body again, and they took out Maharaj Prithu King from the body. Итак, сначала они при помощи своих технологий удалили из тела вены вот эти вот демонические тенденции, а потом они продолжили свой процесс, и получился идеальный царь Махараджа Притху. So you can see how they brought up this Maharaj Prithu, that he could rule the world and he could reform all, take up, and he could end all the problems which this bad king had created. Итак, Махараджа Притху, приняв власть, положил конец всем тем проблемам, которые существовали на земле вследствие дурного правления его предшественника Махараджа Вены. Because Maharaj Vena was there, when he was ruling, the earth stopped supplying grains. He could not grow food anymore. Когда правил Вена, то земля скрыла всю пищу, она перестала давать зерно, перестала кормить человечество. So the problems and the disasters which take place, they are attributed to the ruler of the kingdom. И поэтому ответственность за все эти беды, которые обрушились на землю, лежали на царе, на правителе. And you can read in the 10th canto Srimad Bhagavatam how, while Krishna was residing in Dwarka, a brahmana came to complain that his wife had a miscarriage. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам есть история о том, как во времена жизни Кришны в Двараке пришел один брахман и стал жаловаться на то, что у его жены случился выкидыш. And the brahmana came, he blamed Maharaj Ugrasen, who was ruling, that you're responsible, you're the king, you're supposed to protect my child. И этот брахман предъявил претензию Махараджу Уграсену, царю Двараке, и сказал, что ты царь, это ты виноват в том, что у моей жены случилось такое несчастье. It's a wonderful pastime there at the end of the 10th canto. And Arjuna was there, and he heard this challenge from the brahmana, and Arjuna vowed, I will protect your child. И Арджуна, который слышал это обвинение в адрес царя, он дал ответ, он сказал, что я защищу твоего ребенка. And if I cannot protect your child, I will give up my life. И если я не смогу защитить твоего ребенка, тогда я расстанусь с жизнью. So very serious things, and the brahmana was pacified a bit. Said, all right, next time my wife delivers a child, I'll be calling you. You have to come and protect, make sure my child is not going to be lost. И тогда брахман сказал, хорошо, я услышал твое обещание. И в следующий раз, когда моя жена будет рожать, я приглашу тебя, чтобы ты гарантировал нормальное рождение моего ребенка. The brahmana's wife had had several miscarriages. He was very worried that the king must be to blame. Итак, эта женщина, у нее один за другим несколько раз происходили эти выкидыши, вот, и ее муж продолжал винить царя. We would think, oh, it must be great to be a king, you have everything, you have everybody on your head. All the problems, they're all coming to complain to you, it's all your fault. Мы думаем, как хорошо быть царем, столько условий, все возможности наслаждения. Но мы должны знать, что на царей обрушиваются все проблемы, их обвиняют буквально все и во всем. So when the child's wife, the brahmana's wife was delivering the child, again there was a miscarriage. And the brahmana turned to Arjuna and he told, look, you promised me you would save my child's gone again miscarriage.
What kind of kshatriya are you? What kind of people are you? You're hopeless. Итак, когда очередная беременность этого жены этого брахмана завершилась неудачей, он стал ругать Арджуну, говорит, ты обещал мне, смотри, опять то же самое, значит, получился выкидыш, какой ты кшатри, какой ты царь, все бесполезные люди. And Arjuna was perplexed what to do. He could not find the child, didn't know what had happened to the child. Арджуна был озадачен, сбит с толку, он никак не мог понять, куда деваются все эти дети. He was ready to give up his life, but Lord Krishna was there, and Lord Krishna said, no, it's okay, just come with me, we will go, I know where the children are. И Арджуна уже был в отчаянии, он готов был расстаться с жизнью, но Кришна успокоил и сказал, не надо, я знаю, эти дети, давай пойдем со мной. So Lord Krishna took Arjuna on his chariot and they went through the covering of the universe and they went into the causal ocean to where Mahavishnu resides and when they got there they found the Brahmana's children were all there. И Кришна пригласил Арджуну на свою колесницу. На этой колеснице они прошли через оболочки Вселенной и достигли обители Махавишну в Причинном океане. И именно там они обнаружили всех этих нерожденных детей брахмана. Mahavishnu had stolen the children away because he wanted to have a personal darshan with Lord Krishna and Arjuna. А Махавишну пошел на эту уловку, забирал всех этих детей себе для того, чтобы привлечь Кришну и Арджуну и получить их даршан. Anyway, my point is, how great the challenges are facing the ruler, that they have so much responsibility. То есть суть в том, что правитель, царь, обладает невероятной ответственностью за все то, что происходит в уверенном ему царстве. And if they're not qualified, then they will have great difficulty ever trying to satisfy the people under their jurisdiction. They will have a very it will be very difficult for them to satisfy the citizens. У этих царей нет соответствующей квалификации, тогда им будет очень тяжело удовлетворить запросы жителей и граждан этой страны. So Srila Prabhupada in the Bhagavatam, he favors the idea of having a king, a ruler in charge. He said this is a better system rather than democracy. Идея, которую Шри Прабхупада продвигает на основе всех этих историй, это идея царя, монарха. Он говорит, что это идея более прогрессивная, чем демократическое правление. Somebody who is a king, they've got that position, it means they've got special karma to take birth into that royal order. Потому что люди, которые рождаются в царских семьях, имеют соответствующую карму, соответствующий потенциал. Unlike, you look at the people who became president in the USA, you have people like Ronald Reagan, he was a movie actor. Но если посмотреть на современных правителей, допустим, был такой Рональд Рейган в США, он просто актер, стал президентом. There was another president of the USA, he was a cattle rancher, he was slaughtering cows every day. Другой президент, он просто был, мясником, он на ранчо каждый день забивал коров. So, these are not the best kind of people to be leading the country. Очевидно, что это не лучшие кандидаты на то, чтобы управлять страной. So they're very concerned, is this child, is he really qualified, is he going to be a good king? Итак, пандавы, слушая эти предсказания, озабочены, насколько действительно этот ребенок квалифицирован, чтобы стать хорошим царем. And we're hearing how this child is going to be
not only a great bowman, but he has wonderful qualities also. И тут мы будем читать о том, что этот ребенок не только будет великим лучником, но также будет обладать качествами великой личности. He is described as irresistible as fire. В этом стихе говорится, что он будет неудержим, как огонь. When there's a fire, very difficult to keep away from it. It just comes. You can't do anything about it. Когда на вас надвигается пожар, огонь, с этим что-то очень сложно поделать. And he will be as unsurpassable as the ocean. И далее говорится, что он будет неодолим, как океан. So, we cannot do anything about the ocean. You can't surpass the ocean. It's so huge, so powerful. Океан могущественный, огромный, его невозможно преодолеть. So these are just some of the qualities of this child taking birth. Вот некоторые из качеств, которые были предсказаны при рождении этого ребенка. So hearing these words from the brahmanas, then the people are feeling, oh, we have a good king, a good person coming. И услышав эти слова от брахманов, пандавы подумали, о, отлично. Кажется, у нас будет хороший царь. Okay, some questions? Вопросы? Можете частями переводить? Махарадж, вы говорили о воспитании детей в сознании Кришны. You mentioned about the importance of bringing up children in Krishna consciousness. Махарадж, можно ли считать, что если мы как родители станем просто друзьями для своих детей, то они естественно не примут знания Кришны? So can you say that if you become friends to our children, then it will be more natural for them to inherit Krishna consciousness? То есть, что сознание Кришны невозможно просто передать через религиозное понимание. So we cannot just transmit Krishna consciousness to them via formal religious education. So he means to say that, you know, where do you have the formal religious education? О каком вы формальном религиозном образовании говорите? То есть у меня нет дружеских отношений со своими детьми, но чтобы они стали преданными, я очень хочу и навязываю им это разными способами. For example, if a parent doesn't have friendly relations with children, he is just trying to impose or just force upon them, and children may resist. But if you make friends with them, create more friendly atmosphere, it will be more suitable for transmitting this values of Krishna. Is it right understanding? Well, Srila Prabhupada explains that generally bringing up children, there are the first 5 years, when a child is very young, you should give them everything, whatever they want, let them do it. Шрила Прабхупада, говоря о воспитании детей, упоминал, что первые 5 лет, пока ребенок совсем мал, ему нужно разрешать и давать все. You don't try to discipline them, you know, they're just children. They are very young, they can't understand anything. В таком малом возрасте они еще не способны следовать дисциплине, вот и поэтому им просто нужно все давать. But once they become 5, then you begin to educate them. And so education should go like from Prabhupada said, from 5 to 15. And he said during that period, you know, it's you have to be quite strict with the children, you have to discipline them. И далее Прабхупада говорил, что с 5 до 15 необходимо уже быть достаточно строгим по отношению к ним и призывать их постоянно к определенной дисциплине. But you have to know how to discipline them. Но также нужно знать, как именно призывать их к дисциплине. We were just yesterday Madhurya Lila was telling me how she was staying in a house and she could hear the people in the next house, how the father and mother were screaming at their child every day.
Вчера Мадхурила мне рассказывала, что она слышит, как родители по соседству каждый день кричат на ребенка. And even the father was sometimes beating the child. So she felt very disturbed hearing the parents, how they were treating the child. И что отец этого семейства даже бьет ребенка. Ее это очень сильно беспокоит, как родители относятся к ребенку. So while you have to discipline the child, you have to do it in a manner which is controlled. You know, you can't just scream and shout and hit and these kind of, that's not how you control the child. Когда мы говорим о необходимости как-то призывать ребенка к дисциплине, это совсем не обозначает, что мы должны кричать, вопить, бить, применять насилие. You have to talk to the child and you have to explain to the child what is proper and what you expect from the child. То есть необходимо объяснять ему, что есть причины, по которым родитель требует с него дисциплины, чтобы ребенок понимал. But the idea of friend, that comes after 15, from 15 on. That point then becomes. Идея стать другом ребенку становится актуальной после того, как ребенку уже исполнится 15 лет. That's how Prabhupada explained we should bring up the children. Вот такую схему воспитания детей предлагал Прабхупада. Once they become 15, then they're grown up, you know, so friendship, you should make friends with them. 15 лет — это уже достаточно взрослый возраст, и тогда можно становиться друзьями с ними. It's challenge, must be very challenging, very difficult. Это, похоже, непростое испытание для родителей. Well, it's a great training for us to control our mind and senses. It doesn't do any good to yell and scream and shout. Нам тоже надо учиться контролировать свой ум и чувства, потому что если мы будем просто кричать на детей бесконтрольно, это никакого блага не принесет. We had one devotee, I was in Hong Kong, and we had some Chinese devotees come to visit us there in Hong Kong, and I saw one lady, she came with her son, a young son, and I was amazed how she was so controlled in dealing with the child. В Гонконге есть одна преданная, которая приходит в храм со своим сыном. Я все время удивляюсь тому, как она, с таким самообладанием, она взаимодействует с ним, общается с ним. You know, other people, their child would do something and they get really all worked up and very yelling and stop it, don't do that, I told you not to do that, you know. То есть я наблюдал, как иногда дети начинают баловаться, родители начинают сразу же на них кричать, прекрати, ну-ка там сядь, успокойся, то есть так, ну, достаточно сами бесконтрольно ведут себя родители. But this lady she was very calm and whatever the son did, she very calmly told, you know, don't do that, no, you know. And I was really impressed how she was so controlled. На меня произвело впечатление, с каким самообладанием она как-то вот, ну, делает ему замечания, управляет им, направляет его, то есть сама чувствуется, контролирует свою природу. Because so often you see people just yelling and shouting and screaming, you know, trying to. Очень часто мы наблюдаем, как родители сами срываются в крик, в такие грубые методы воспитания. And it doesn't create the right mood. It doesn't help the child. Но это не помогает ребенку, это не создает нужного настроения. Somebody asked me, he said, "Is it all right for me to beat the children?" Кто-то меня спросил однажды, бить ребенка можно? I told him no. I said no, that's not the way. You don't beat the child. You cannot beat. Нет, это не есть метод воспитания. So Prabhupada told the teachers also in the Gurukula like that you threaten, but you don't actually beat. Прабхупада говорил учителям Гурукула, вы можете пригрозить ребенку палкой, но бить его вы не можете.
And Prabhupada came to the classroom himself. Maybe you've seen the picture. Prabhupada had his stick and he's waving his stick, you know. И даже есть какая-то фотография, как Прабхупада зашел в класс, в школе, и там он, значит, в руках у него эта трость, он ей, так сказать, помахивает, угрожает. So he was showing the teachers that this is how you do it, you know. Этим он показывал учителям, как они должны себя вести. Yes, okay, here we go. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите поклон. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Если ребенок является вдохновителем для твоего духовного роста, то есть, например... Для чего? Для твоего духовного роста, то есть, например... Стоп, я уже не понял. Ребенок является вдохновителем для духовного роста? Сейчас по-другому скажу. Если ты воспитываешь ребенка, и служишь, например, божествам для того, чтобы ребенок получил милость. То есть не Кришна тебя вдохновляет встать, провести пуджу, накормить, да, а ребенок. То есть ты это делаешь, потому что у тебя есть ребенок, и ты понимаешь, что ему, ну, ей там нужен просад, милость, огонек. То есть, и вот... Что нужно? Огонек? Ну, когда ты предлагаешь огонь божествам, цветок. Я понял, то есть мотивом является не служение, да, а помощь ребенку. Да. Все, я понял, хорошо. И, ну, как бы это отклонение получается. Нужно ли в этом что-то менять? Бхакти, but the motive, the motivation for that service to Krishna is not Krishna, but the desire to help her child. So, because the child requires a mercy, the child requires purification on all that, and she serves Krishna so that her child gets the mercy. So her motive is not to satisfy Krishna, but just to help the child. And she knows that Krishna can do it better, and she's serving Krishna just, you know, for the benefit of the child. Is it the right mood, or something should be corrected in that mood? Yes, it's all right while your child is a child, but your child is going to grow up. Пока ребенок, это нормально, но ребенок когда-то вырастет. What will be your mood once your daughter grows up, and you know she's going to grow up, and she's going to get married, and she's going to have her own family, and she'll be separate from you? Then what's going to be your mood? Каким будет ваше настроение, каким будет ваша мотивация в духовной жизни, когда ваша дочь вырастет, отделится от вас, выйдет замуж, у нее будет своя семья, тогда ради чего будете поклоняться Кришне? Are you still going to serve Krishna? Вы тогда будете продолжать служить Кришне? I hope so. Я надеюсь. Right. So for some time that's okay. But you have to understand that's not eternal. Поэтому на какое-то время такая мотивация нормальна, но она не может быть таковой вечно. Because your daughter won't always be with you. Потому что ваша дочь не всегда будет с вами. But you still have to be Krishna conscious. Но при этом вы все равно должны будете оставаться в сознании Кришны. Потом Кришна может как-то помочь и дать другой мотив, да? Can Krishna help you to change your motivation for higher motivation? Her own or her daughter's motivation? She's asking, can Krishna help, or should Krishna help, or what she should do to change her motivation, to upgrade her motivation? Yes. Definitely. Just like Dhruva Maharaj went to the forest, his motivation was to get a kingdom. Да, без сомнения, когда Друва Махарадж начинал свою духовную практику, он отправился в лес, и его мотивом было поклонение Богу, было получение царства. But in the course of his devotion, because he met Narada Muni, and Narada Muni instructed him in devotional service,
So his motivation, Dhruva's motivation was to get a kingdom, but because he was chanting and he was meditating on the Lord, so his motivation became very much elevated. В лесу Друва Махарадж встретил Нараду Муни, который дал ему определенные наставления, и поскольку он поклонялся, воспевал, молился, то его мотивация с течением времени изменилась. So you can also become elevated, your motivation can also be changed. Поэтому ваша мотивация тоже должна измениться, повыситься. People with material desires can also worship Krishna. Люди с материальными желаниями также могут поклоняться Кришне. Акама сарвакамова мокша кама ударади тиврена бхакти йогена яджета пурушам парам. If we have all material desires or no material desires or desire liberation in all circumstances, still we should worship the Supreme Lord. В этом стихе Акама Сарва Камава говорится, что человек, независимо от того, полон он желаний или свободен от желаний, или желает освобождения, любой может поклоняться Верховному Господу, если он обладает достаточным разумом. So we all come to Krishna consciousness with different kinds of motivation, and we all become purified. Мы все приходим к сознанию Кришны с разной мотивацией, но мы все очистимся. Ultimately, you just simply want devotional service. В конце концов, нужно желать только преданности. Спасибо. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Примите поклон, пожалуйста. Вот вы говорили про то, что и учитель, и ученик должен обладать квалификацией. Можно про ученика, про квалификацию, ну, пошире как-то рассказать? You mentioned that both guru and disciple should have proper qualification. So can you elaborate a little bit about the qualification of disciple? Well, qualification of disciple mainly is that, first of all, humility, submission. Первыми качествами ученика является послушание, смирение. Lord Krishna describes in Bhagavad Gita tadvidi pranipatena. So pranipatena means you submit yourself before a spiritual master. Господь Кришна говорит в Бхагавад Гите тадвидхи пранипатена. То есть, чтобы обратиться к духовному учителю, нужно обладать этим вот смирением, буквально пранипат, припасть к его стопам. And then парипрашнена, you should inquire from the spiritual teacher. И дальше парипрашнена, необходимо задавать вопросы духовному учителю. And севая, you should render service. И также севая, необходимо совершать служение учителю. So that's the qualifications of a disciple. Вот эти три качества, это есть квалификация ученика. Спасибо большое. Марадж, you've mentioned about two options for the devotee to take birth in this world, and just, you know, in the family of some wealthy person or aristocratic family, and another option is in the family of transcendentalist good devotee. But it seems that there are some other options, like us, you know, personally, I was not born in any aristocratic or wealthy family, and I was not born in the family of transcendentalist, but somehow I have become devotee, and I'm sure that, you know, I have some spiritual practice in my past life, because when I was reading Bhagavad Gita, it was quite familiar to me. It was easy to pick up, you know, it was like a remembering something which I knew in the past. So it seems that, you know, there are a few other options apart from these two mentioned in Bhagavad Gita. What can you say about it? Now I'll just translate. Вы упомянули в о двух вариантах рождения преданного в этом мире, как вот на основе шестой главы Бхагавад-гиты. Один вариант — это в семье, значит, аристократической или богатой, а другой вариант — в семье трансценденталистов. Но такое ощущение, что есть еще какие-то опции, потому что, ну, допустим, ну, любой из нас, например, в пример себя, я не родился в какой-то богатой или аристократической, или не родился в семье трансценденталистов, но у меня есть ощущение, что я занимался практикой в прошлом, потому что я читал Бхагавад-гиту, и было ощущение, что я вспоминаю эти вещи, то есть уже какой-то опыт духовный был.
Вот, но я не попадаю ни в одну из этих категорий. Что Махарадж может сказать по этому поводу? Well, those two circumstances are describing the birth of someone taking the unsuccessful yogis will take birth in these conditions. Эти две ситуации, две опции описывают рождение йога. You were not born in a devotee family. Ты не был рожден в семье преданного. Neither was I. I don't think any of us here were born in devotee family. Я думаю, что никто из вас не был рожден в семье преданного. But we've come to Krishna consciousness for other reasons. Но мы пришли к сознанию Кришны по другим причинам. So Lord Krishna describes four reasons why people come to Krishna consciousness. И в Бхагавад-гите Кришна описывает четыре мотива, четыре причины, по которым люди обращаются к сознанию Кришны. Some people are in distress, a lot of people are in distress. Кто-то в беде, это большая часть, наиболее распространенная категория. Other people are in search of some kind of wealth or material benefit. Кто-то ищет богатство или каких-то материальных благ. Some people are curious, and others are in search of knowledge. Кто-то любознателен, а кто-то ищет знания, настоящее знание. So you were probably like those in search of knowledge. Скорее всего, ты попадаешь в категорию искателей знания. As soon as you read the Bhagavad Gita, it was very familiar to you, and you were immediately attracted. И поэтому, когда ты почитал Бхагавад-гиту, она тебе показалась привлекательной, и начал свой процесс. And Lord Krishna says, the one who comes in search of knowledge, he is the best. He is very dear to Krishna. И Кришна говорит, что тот, кто ищет знания из этих четырех категорий, он является наилучшим и дорог Кришне. Other people, we come to Krishna consciousness because of our distress or curiosity or whatever, but we can go away after some time. But if we have knowledge, then we'll never go away. Люди, которые приходят к Кришне по трем другим мотивам, в беде, в нужде или из любопытства, удовлетворив эти нужды, могут уйти, но человек, обладающий знанием, никогда не уйдет. So very important that we should all get education in this knowledge. Then we can never forget this. Вот почему так важно получить духовное образование, чтобы мы никогда не забыли Кришну. Харе Кришна, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот чистую преданность, чистая преданность, ее по милости Бога она приходит? Или чего? Чистая преданность. Она приходит по милости Бога или в себе надо ее как-то раскрывать? Или надо ее достигать? Приходит ли она по милости Бога или нужно раскрывать ее в себе или что еще? Или достигать ее надо. Или достигать. Или она в себе уже в нас есть уже, но ее нужно как-то достичь. Shuddha Bhakti, is it given to us by God, or do we discover it from within, or should we somehow develop it? Is it just, you know, the result of our efforts? Pure devotion, we say pure love of Krishna is in everyone's heart, but it has to be awakened. Чистая преданность, чистая любовь к Кришне уже находится в нашем сердце, но ее необходимо пробудить. So the ability to love Krishna is there, just like a child has the ability to walk, but the child has to cultivate that walking ability. Способность любить Кришну есть в каждом из нас, так же как способность ходить уже есть в ребенке, но ребенку нужно эту способность активировать, то есть ему нужно учиться ходить, хотя эта способность в нем внутри уже есть. So in the same way, we all have the ability to love Krishna. We have to cultivate that ability, by, as you've mentioned, the process. There's a process by which we cultivate love for Krishna. Итак, любовь к Кришне у нас уже есть, но, как вы сказали, должен быть процесс, который культивирует, развивает эту способность. And you have to get also, as I mentioned, association, the right association, people who have that love for Krishna, and then you can develop love from Krishna just by association with them. И также важно иметь общение с теми людьми, у которых уже есть эта любовь к Кришне, потому что в их обществе, в их окружении нам будет легче в себе это развить.
So hearing is very important, that you have to hear and hear regularly. Итак, важно слушать и слушать регулярно. And that will help you to awaken your dormant love for Krishna. И это пробудит вашу спящую любовь к Кришне. Okay. Ну, кто-нибудь озвучит это? Hare Krishna, Maharaj. Can I ask you a question? Okay. Враджендра Кумар Прабу, я буду частями говорить, пожалуйста, переведите. Из-за того, что нет гурукулы рядом, мой сын учится в онлайне, в вайшнавском проекте. She has a son, and her son is taking education from some online project, since there's no any gurukula around. Но ему необходимо живое общение, и он общается с обычными детьми, материалистами. For the sake of some socialization, he just don't associate with other children, but they are not devotees. И я сейчас думаю о том, что, возможно, мне необходимо, ну, нам как семье, переехать в место, где есть гурукула, например, Майпур, для того, чтобы у ребенка была возможность вживую общаться и обучаться в гурукуле. So we are thinking about the possibility of moving to Майпур, so that our son could have a chance to take education and bring him to the гурукула. Но я также слышала, что для преданного для преданного есть, как сказать правильно, ну, в Дхаму ехать на долгое время не рекомендуется преданному. Лучше заниматься, лучше служить в ИСКОН, в миссии Шрилы Прабхупады на месте, ну, на местах, вне Дхамы. Is not recommended for everyone, so it's better to serve the mission somewhere and visit some occasion. Как правильно принять решение? Может подсказать Махарадж? Харе Кришна. We make a proper decision to benefit our child on one hand, and on the other hand, stay in the mission and not have problems which experience sometimes become. Yes, this is something you have to decide for yourself as a mother, as a parent. You have to also consider your own financial situation. If your finances allow it, certainly it's very good to go and take your child to the holy dham. Вы, как родители, сами должны принять это решение, и одним из моментов является финансы. То есть, если финансовая ситуация позволяет жить в Святой Дхаме, чтобы ребенок мог получать духовное образование, это очень хорошо. You have to consider also what is the age of your child. Также важно принять во внимание возраст ребенка, сколько ему лет. If he's very young, then it's good, you know, so that from the beginning he gets his education there in the town. Если ребенок совсем маленький, то это хорошо, с самого начала он будет получать правильное образование. If he's already grown up somewhat, if he's like 13 or something, then it's more difficult. Если уже ребенок подросший, если ему там лет 13 или старше, это уже значительно осложняет ситуацию. It will be a big change for him. Потому что для такого уже более-менее зрелого ребенка переезд в Хаму — это очень большое изменение. But still, it can be very, very beneficial. Тем не менее, это тоже может быть для него благом. The atmosphere of the Holy Dham and the association with devotees there can be very helpful. Потому что святая Дхама и то общение, которое мы там получаем, оно очень помогает. But you have to decide this for yourself.
Но решение вы должны принять сами. Спасибо, Махарадж. Thank you. Okay. Yes, you have a question, Prabhu? Хари Кришна, ваше святейшество, примите мои поклоны. Я часто сталкиваюсь с переживанием насчет того, что я что-то не успеваю, вот, что у меня недостаточно времени для того, чтобы получить знания. Вот как успокоиться и принять то положение, в котором ты находишься, и не переживать из-за того, что ты не получаешь достаточно знаний. Уточните, не хватает времени на получение знаний или что? Ну да, есть переживание, то, что я куда-то опаздываю и... Ну и то состояние, то, что я думаю, что я чего-то могу не успеть, и из-за этого возникает переживание. То есть нет образования или просто ментальная проблема, не могу понять. В чем проблема-то? Что вы не учитесь или то, что у вас ощущение, что вы не успеваете куда-то? Вот человек сам говорит. Ну да, то, что мне кажется, то, что я опаздываю и недостаточно знаний получаю в данный момент, то, что мне нужно больше получить, из-за этого я начинаю переживать. Has some mental problem due to some sense of kind of distress because of always being in a hurry. So he has a feeling that he is always late and he has not enough time and possibilities to get some knowledge. So it's kind of mentality of a loser who is always losing some opportunities and he is always being late somewhere. How can he get rid of this mentality? Yes, you could think that you're already old and you should have come to Krishna consciousness earlier. You've come later rather than earlier. Такое чувство может быть от того, что вы действительно пришли к сознанию Кришны не в самом раннем возрасте, и поэтому есть какое-то ощущение потери, что чего-то не хватает. If you had been younger, then it would have been a lot easier for you to take up Krishna consciousness. Если бы вы были моложе, вам было бы проще принять, впитать в себя сознание Кришны. But you should think better late than never. При этом вы должны думать, что лучше поздно, чем никогда. Even though you've come late, you may think I'm late, but still you've come. That's the main thing. Даже если вам кажется, что вы уже как бы опаздываете, не успеваете, вот лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Это все равно лучше. Understand that we've been many lifetimes in the material world, and now we're so fortunate that we've come to Krishna consciousness. Думайте так, что мы много жизней жили в этом материальном мире, и вот сейчас, наконец, мы пришли к сознанию Кришны. So you have to take advantage. И поэтому теперь нужно воспользоваться всеми преимуществами. Make the best. И получить максимум из того, что вы можете. Хари Кришна. Okay. Okay, so last question. Последний вопрос. Ваше святейшество, вы упоминали, что сын Арджуны сражался с ним и победил его. Там что, тоже звезды не так сошлись? Почему сын начал сражаться с отцом таким великим? You mentioned that once there was a case when Arjuna was fighting with his own son and his own son defeated him. So why was it, you know, was it some... What was the reason for that conflict in situations? I don't know. Я не знаю. Powerful son, right? Могущественный сын, да? Maybe the father had got old, and in the old age, the father could not defeat the son. Может быть, отец уже был достаточно в возрасте, сын был моложе, и по этой причине отец не мог победить сына. But he asked him. I don't know the story, but Babru Bahan, right? He was the son from Chitrangada. She was the princess from the king of Manipur.
over in India, Manipur. Бабхруван, да, кажется, имя было этого сына Арджуны. Он был сыном дочери царя Манипура, Читрангада. Читрангада. And Arjuna had the son Бабхруван, and he was a great fighter. And I read it myself from this purport. It was also surprising to me that he defeated Arjuna. Я когда читал этот комментарий про сражение с Бабхруваном, я тоже был удивлен тому, что Арджуна был побежден. But I don't know the details behind the whole thing. Детали этой истории я не знаю. I have to ask some Manipuri devotees. Надо кого-то из преданных из Манипура спросить. Manipuri Vaishnavas are famous, you know. Манипурские вайшнавы очень известные люди. His Holiness Bhakti Swarup Damodar was from Manipur. Его святейшество Бхакти Сварупа Дамодар, он был родом из Манипура. And he was a very dear disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada knew about Manipur and how the great Vaishnavas there. Он был очень дорог Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада знал этих преданных из этого региона. So it comes from the time of Arjuna and this Бабхруван, who was his son. Потому что похоже, вот эта вот вайшнавская, так сказать, там традиция началась именно с сына Арджуны в том месте. And we're told Бабхруван was so powerful, he could defeat even Arjuna. И вот нам говорят, что этот Бабхруван был настолько могущественным, что мог даже победить своего отца Арджуну. But I don't know the details. Но детали я не знаю. We'll try to find out. Попытайтесь. Read Mahabharata. Читайте Махабхарату. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki Hare Krishna. Hare Krishna. Recording stopped.